В целях развития и популяризации добровольческого движения в областном центре управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана объявляет о старте конкурса «Доброволец года». Он проводится в целях развития и распространения волонтерской деятельности в Магадане. Основными задачами проведения конкурса являются выявление и поддержка наиболее активных добровольцев среди молодежи и улучшение их личностных качеств. Прием заявок продолжается до 15 ноября по адресу улица Горького, 16, кабинет 415. Затем 16 по 24 ноября пройдет заседание жюри, где они будут оценивать стаж, эффективность, системность и разнообразие выполняемых функций добровольческой деятельности, а также ее социальную значимость. Из 25 ноября по 5 декабря пройдет заключительный этап – подготовка и проведение церемонии награждения. К участию принимаются молодые люди от 14 до 35 лет, добровольческие отряды и руководители любых волонтерских объединений, действующих на территории Магадана. Также за справочной информацией можно обратиться по телефону 200 733.